Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия, и я Вика. Сегодня мы вяжем вот такой вот узор на основе полупатентной резинки, двухсторонней, так что подойдет для снуда, для шарфа, для кардигана, вот для тех вещей, в которых важна изнанка. Вот, видите, одинаково он выглядит с лица и с изнанки. Это на основе полупатентной резинки, а этот на основе резинки я просто вам по ходу объясню. Ну, то есть разницы-то не так никакой, просто здесь в основе лежит полупатентная. Если вы будете, я буду показывать ее. Если хотите вот такой вот, более такой нежный вариант, вот он, видите, это на основе резинки на 1 на 1. То есть вы основное вязание вяжете резинку 1 на 1, а здесь полупатентную резинку. Нам понадобятся спицы основные и одна дополнительная для вот этой вот хитрости нашей. Итак, набираем число петель. Должно быть кратно 20. Не обязательно, то есть ширина одного вот этого сектора стяжечки, которые вот, вот здесь вот 10 петель, расположены они в шахматном порядке, вот видите эти перетяжки. Вот можно делать на основе 8 петель, можно делать на основе 12 петель. Кстати, здесь у меня на основе 12 петель, где резинка 1 на 1. Вот это уже на ваше усмотрение, ваше пожелание, какие вы хотите вот эти вот фонарики. Вот. По сути, число петель должно быть кратно 10, да, ну, так как у нас в шахматном порядке, я буду показывать на 20 петлях, чтобы показать и первый, и второй. 20 узора плюс 2 кромочные. Так, и начинаем вязание. Первый ряд, резинка 1 на 1. Какая красивая у меня тут ободранная спица. Совсем не по инстаграмному, да, девчонки? Но я их люблю, они удобные. Наверное, они уже отшлифовались, знаете, и очень так хорошо скользят. Поэтому я их люблю. Пусть я ободрана. Так. Первый ряд. Второй и следующие ряды мы вяжем ну, как бы, вообще все вязание мы вяжем таким вот образом. Лицевую петлю провязываем не в петлю, а в дырочку под петлю на ряд ниже, а изнаночную обычным способом. Хотела рисовать к этому узору схему, но потом решила, что она по сути не нужна. Все нужное, важное я вам скажу, и тут следить незачем. Тут только считать ряды, и все. Поэтому схема, я считаю, будет лишней. Не нужная она, по сути. Здесь тоже вяжем на петлю ниже. Теперь все ряды последующие мы вяжем на петлю. Только первый ряд мы вяжем резиночкой, чтобы, ну, распределить эти петли, а далее мы вяжем не обычную лицевую, а на петлю ниже. Вяжем еще. Так, провязала я 12 рядов. Здесь у нас, вот, если смотреть по вот этим вот петлям, мы в последующих, как бы, рядах будем точно так же ориентироваться. 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть 6 этих больших ячеек. Это 12 рядов. Теперь мы в 13 ряду делаем наш узор. Для этого кромочную петлю мы снимаем. Видите? И на дополнительную спицу переснимаем 10 петель. 3, 4, 5, 6. 7 8 9 10. Так, теперь берем основную вот эту рабочую нить и обвиваем эту петли на этой спице вот таким вот образом. Так, еще раз, чтобы вам видно было, и затягиваем затяжку вот эту, делаем так, как нам хочется,
То есть либо больше стянули, либо меньше. 2, 3 и 4. Я делала 4. Тоже ваше право делать больше либо меньше. Стянули эти петли 10. Теперь вот нужно их провязать. Здесь я уже не делала вот именно в стяжке, я полупатентной не провязывала. Я провязывала просто резинкой эти 10 петель. Далее снова полупатентная резинка, как положено. Так, провязала и вяжу дальше. Этот ряд, если считать, допустим, узор потом будете, вот этот ряд я снова считаю как первый и вяжу всего 12 рядов. То есть 10 петель я стянула, 10 петель я провязала просто по узору полупатентная резинка. Еще 12 рядов вместе с этим рядом. То есть начинаем считать с этого ряда. Так, провязала я 12 рядов. Знаете, на что я ориентировалась в вязании? Вот здесь вот, вот между этими как бы перетяжками я считала вот так вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ну и 12 у нас, как мы знаем, здесь вот она провязана не полупатент. Итак, считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вот. То есть ориентир у нас здесь 6, здесь 12. Вот маленький сектор 6. То есть 6 это 12 рядов по сути. Да? Ориентируемся на 12 рядов. Здесь 24 ряда. Внимание, потому что у нас один ряд за два счета, вернее два ряда считается за один, потому что это полупатентная резинка. И в 25 ряду мы делаем следующим образом: вот эти вот 10 петель мы провязываем по узору, а следующие 10 петель мы будем стягивать. Вот по сути и весь узор. Так вот мы их стягиваем в шахматном порядке. Вот я провязала первые 10, вторые 10 я переснимаю. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот интересно. А у меня 2 петли лишние. Девчонки, я, видите, как болтала с вами и набрала так. Интересно, да? В общем, у меня 24 петли на спицах. Не обращай внимания на эти 2 петли. Так, 10 петель я пересняла. И обвиваю. Так, сзади, вперед. Раз, два, три, четыре. И провязываю здесь резиночкой. И все. И далее вяжем еще 11 рядов. То есть с этим рядом мы отсчитываем следующие 12 рядов. Либо считайте так, как я, уже по полотну 6 и 12, либо считайте счетчиком рядов, как вам удобно, девчонки. Все. Почему я говорю, что схема не нужна? Потому что она на самом деле не нужна. Да? Вот зачем, если вы потом ею совершенно не будете пользоваться. Вот эти 2 петли лишние у меня вывалились из рапорта. Да? Хотя их, если, допустим, это полочка кардигана, либо край шарфа, то их и не мешало бы сделать, по сути, потому что у вас получится либо, хотя такой край тоже очень красивый, да, видите, шарф я бы рекомендовала сделать вот так вот, без этих 2 петель, вот, чтобы была волна. А если кардиган, то, конечно, здесь вот пару петель разумно добавить, потому что, чтобы, ну, выровнять, да, это полотно. Все, девчонки, вот, я думаю, все понятно. Что касается резинки 1 на 1, то же самое, только считаем мы, ну, рядов тут у нас на самом деле 6 и 12. Не 12 и 24, как здесь. Все, мои хорошие, я надеюсь, что вам узор понравился. Да я уверена, что вам понравился, потому что он на самом деле очень красивый и очень простой. И очень такой, мне кажется, будет популярен в использовании. Без пользования, да. Вот. Ну, в принципе, все, девчонки, на сегодня. На сегодня все.
С вами была Вика, школа рукоделия. Всем пока-пока!